Число военных на границе США с Мексикой уже почти 6 тысяч, сообщают в Пентагоне. Охрану усилили из-за приближения к территории Соединенных Штатов каравана мигрантов из стран Центральной Америки. МВД Мексики сообщает, что с конца октября убежище в стране запросили около 4 тысяч человек. По разным оценкам, в приграничном мексиканском городе Тихуана сейчас собралось более 1000 мигрантов, преимущественно из Гондураса. Они рассчитывают запросить политическое убежище в Соединенных Штатах. На минувшей неделе президент США подписал указ об отказе в убежище нелегальным мигрантам.